Сегодня вам расскажу про радиолу «Факел» новосибирского завода. Приобрел по случаю по объявлению. Вот сейчас привез. У себя нахожусь дома в беседке. Вот в таком она состоянии, в пыли. Радиоткань как новенькая. Шкала, это вот я обтирал, сам смотрел, а так-то она была вся в пыли. То есть ручки родные, надпись «Факел». Состояние шпона хорошее. Вот небольшая потертость только в одном месте, вот здесь видно где-то стояла. А в общем так, сбоку динамики тоже состояние. С другой стороны сейчас посмотрим. Тоже такое же состояние хорошее. Царапинка тут небольшая. Сама прыгающая установка Тонарм. Вот все родное, иголка на месте, иголка. Вот это, я тоже думал, что это такое. Это вытирать пластинки. Вот такой формы интересной. Таким образом вытирается. Ну, потом в дальнейшем я все, конечно, почищу. Складывается тоже интересно нажатием. С обратной стороны сейчас посмотрим. Кстати, это родной шнур. Вот такой тканевый родной шнур с родной розеткой. Родная задняя стенка. Внутри вот он такой весь. 4 динамика у него. Вот 4 динамика. Все в таком состоянии. В пыли. Сейчас все продую, прочищу. Потом на ревизию. И буду выкладывать уже видео рабочего. Всем спасибо.